А в Железноводске завершились конкурсные мероприятия в рамках второй национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город». Все российские регионы, в том числе и Карачаево-Черкесия, показали на форуме результаты своей работы и обменивались опытом по внедрению цифровых технологий в цепочке человек, органы государственной и муниципальной власти, ресурсные предприятия и организации. Не секрет, что именно с помощью цифровых сервисов все обращения граждан решаются максимально оперативно. Также цифра приходит на помощь в оптимизации процессов, связанных с безопасностью, комфортом и улучшением качества жизни людей. Карачаево-Черкесия в рамках премии «Умный город» была удостоена сразу 4 наград. Серебро за проекты в номинациях «Туризм» и «Здравоохранение». Также награда в номинации «Прорыв года» за общее достижение в цифровизации. Это свидетельство того, что республика является одним из лидеров в области цифрового развития и внедрения концепции «Умный город».